Дорогие друзья, добрый день! Сегодня мы с вами приготовим финансье. Это такие маленькие миндальные пирожные. Но я сегодня хочу сделать не сладкий вариант. Я немножко добавила сахар на пудре, но если вы будете делать сладкое, значит вы добавляете 75 грамм сахарной пудры. Я добавила только, давайте с самого начала. Здесь у меня 70 грамм белка. Здесь у нас в миске 50 грамм миндальной муки, 20 грамм сахарной пудры и 25 грамм белой муки. Теперь добавляем 5 грамм разрыхлителя. И сюда мы добавляем наши взбитые белки. И все это хорошо перемешиваем. Финансье – это перевод как финансист. Должно получиться в форме золотого слитка. У нас такая получилась масса. Теперь у нас есть 100 грамм сливочного масла. Его надо растопить и прокипятить немножко до орехового вкуса. Можно добавить немножко ванильного сахара. Все, и выливаем в форму и выпекаем. Выпекаем по температуре 170-180 градусов 20-25 минут. Проба шпажкой. Вот наше тесто. Приятного аппетита!